На 17 сентября в Пермском крае зафиксированы 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии диагноз подтвержден у 8877 человек. К счастью, прибавляется число выздоровевших. Это 6155 жителей Прикамья. Число летальных случаев – 388. Дома под наблюдением врачей находится 2683 человека. В Березняках 17 новых случаев заражения. В краевой больнице имени Вагнера от коронавируса лечат 113 пациентов. Еще 111 человек по предписанию Роспотребнадзора изолированы и проходят лечение на дому. В Соликамске ситуация такова. 7 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся в инфекционной больнице. Из них трое – жители нашего города. За все время пандемии в Соликамске выздоровело уже 238 человек. Скончалось четверо. В настоящее время в режиме домашнего карантина наблюдается 88 соликамцев. Теплой вам осени, берегите себя. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».